Да, поели ухи, только-только успели, и дождь зарядил. Вот такая вот. Еще, так скажем, мелкий был покрупнее. Но Андрюха только что все равно хвоста одного взял, щупачка. Я вот за ними плыву. Может, ничего это и останется, не знаю. Дождь не прекращается. Я поймал все-таки свою первую щучку. 36 сантиметров. На копчение. Приближаемся к месту завала. Не знаем, что тут, как там. Тут вот. И вот она. Наша проваза. Вы думаете, для чего я это рубил? Что прошел не габаритный груз, но не палыч, а кузов. Вот эти чудо. Во что там упираемся? Да не растаскивается. Раз. Павлович, весла убери. Вдоль лодки, бля. Где? Вот, вот. Какой он тут для этой лодки, сука? Не-не, Павлович, надо как-то встать. Или на бревно, или, блядь. Так, стой там. Павлович, сюда перелезай, на свое место. Аккуратненько, аккуратненько, я поднимаю. Топор так я оставил. Дай топор мне, а потом залезай в машину. А потом залезай на бревно. Увидите, ребята. Эпопея.
Ох, ребята, продолжает идти дождь. Я уже весь вымок. До самого одного места. Вы понимаете, о чем я. Ну, у нас в избе вытоплена русская печка. Поэтому мы сильно не переживаем. После дождя у нас всегда комары. Большая болота. Грамм дома яйца 200. Тын-тырын-тырын-тырын. Ставил вот такого. Черенка опять. Не знаю, посмотрим. Вечереет. Темнеет. Я такой сейчас смотрю эту съемку с груди. Я понимаю, что то, что я вижу, то, что видно с головы, гораздо лучше. С груди, наверное, лучше снимать, когда ты на берегу. Вон ребята что-то ловят. Достали все-таки что-то. Не зря. Они вдвоем. Еще.
еще одна щука для копчения. Опять дождик. Я вроде включил камеру, включился как бы дождик. Блесна не работает здесь? Не работает. Отказывается. Павлыч, Павлыч, подсак. Павлыч, да ёп твой, как ты? Коза бы и Мишка! Гоу просто пидёт. Как бы типа поппер не работает сегодня, поэтому возвращаемся обратно к воблерам. Обратно возвращается к нам дождь. И вот как бы типа давно не было, ну, минут 20 не было. А тут бац, он снова идет. Странно, хорошее место. Приходится проплывать вот такие места. Это сплошная трава, и тут никаких забросов практически не сделать.
Пять раз, блин. Что у вас там?